Давыдыч, привет. Записываю это видеообращение после просмотра твоего интервью Дудя. Тем, у тебя большой живот. Да-да. Как он возможен, при том, что ты все это умеешь? Да, и он не уходит. Вообще никак не уходит. Я знаю, что снимать против солнца – это не по фэншую. Но именно так открывается самый классный вид на парк-сад будущего и ботанический сад с крыши моего медицинского центра, который занимается вопросами снижения веса. Вообще, я сейчас иду по крыше санатория, а основным направлением которого является лечебное голодание или разгрузочно-диетическая терапия. Вот я приглашаю тебя к нам поголодать недельку или две в условиях нашего санатория. Сколько ты весишь сейчас? 120. И решить эту 120-килограммовую проблему раз и навсегда. Я слышал в этом видео какие-то разговоры про операцию. А мне предложили сделать операцию, я ее делать не буду. Ну, тебе кто-то предлагал, советовал, это полный бред. Предлагать человеку, который способен работать над собой, операцию. Человеку, у которого есть ноги, руки, сердце, и он готов что-то делать, чтобы получать результат. Операция, это, конечно, абсолютный вариант. И я считаю, что методика лечебного голодания тебе бы очень пошла по типажу. Это метод для сильных людей. Это метод для тех, кто готов что-то делать, чтобы получать результат. И речь здесь не про то, что ты поголодаешь и все, и там начнешь есть, как обычно, нет. Я просто, понимаешь, я параллельно с тем, что я занимаюсь, я сегодня любитель пожрать. Главное, что может дать тебе голодание с правильным выходом из голода, это изменение взаимоотношений с питанием, укрощение голода, чем мы здесь занимаемся. Мы можем научить тебя укрощать твой аппетит, голод и исправить твои пищевые привычки. Короче, пиши, мы тебя ждем. Мой весил 170 килограммов. После лечения 97. Он потерял 73 килограмма. К нему вернулась трудоспособность и интерес к жизни. Друзья, если хотите помочь Давыдычу разобраться с этими 120 килограммами, ставьте лайки и, может, даже репостите это видео. Возможно, оно дойдет до него, и в следующем выпуске вы увидите, как Давыдыч морят голодом 7, 10 или, может, даже 14 дней.